приехали в наш пансионат. И вот такой коридорчик красивый. Холл. Вот здесь ресепшн. Посмотрите, какой красивый балкон здесь. Я уже посмотрела. Давайте вам тоже покажу. Видите, молодежь как сидит. Вот здесь травку чистят. Вот посмотрите, какая красота, прелесть. Ой, как красиво, вид какой шикарный просто. Мне очень понравилось уже. Ну и как обычно, проводим рум-тур. У нас 4-й этаж. И заходим. Правильно, мы уже зашли. Кое-какие вещи с собой занесли. Но сейчас будем полностью все загружать. Дети пошли за вещами. Вот такая комнатка. Просто, ну, очень аккуратно, я вам не могу передать. Очень чистое. Место очень чистое, аккуратное. Вот телевизор. Уже включили мы холодильник. Но пока сейчас надо будет все туда положить. Соки, все такое. Ящички. В общем, все. Ну, здесь стаканчики. Я вам покажу. Главное, вы посмотрите, какой вид из окна. Прелесть просто. Вон дети спустились вещи принести. Вот такая красота. Очень аккуратно. Мне очень понравилось. Я двери не закрыла. Это как столовая. Это спальня. Пожалуйста, гардероб. Полотенечки. Вот все. Постель. Я уже все посмотрела. Правда, я везде со своей постелью езжу. Но здесь такая чистота и так аккуратно. Просто очень. И из-за этого я такая довольная. Вот чтобы была сейчас белая постель. Это обычно цветное. А это кипельно-белое. Вот так. В общем, мне все понравилось. Все аккуратненько. Чистенько. В общем, хорошего нам отдыха. Вот такой здесь санузел. Привет. Это я. В общем, все, как я говорю, аккуратненько. Красиво. Все. Вот такой у нас ужин. Здесь вот говядина с луком, с обжаркой в томатном таком соусе с рисом. И жареная картошка с крылышком. Немножко я взяла чечевицы, сыр, чай, хлебушек. Там, конечно, очень большое количество варенья можно взять. Можно мацон взять. В общем, кто что любит. Ну, мы вот этим ограничились. Нам этого достаточно. Приятного всем аппетита, кто кушает. Пришла показать вам территорию. Посмотрите, какая здесь речка протекает внизу. Вот. Как она журчит, прелесть. Ну вот, сидеть и вязать здесь. Здесь так красиво, такая территория. Просто прелесть. Ой, передать это очень красиво. Тут туда спуститься не получится, конечно. Такое крутое место. Здесь, конечно, не спущусь, но как лес.
полностью. Вы посмотрите, закат какой. Шикарное место. Вот такая красивая территория. Везде зелено, елочки. В общем, очень красиво. Очень много скамеек, где посидеть. И с обратной стороны здания тоже все так же красиво, зелено. Вот посмотрите, какая прелесть. Как я люблю елки. Вот так. Ну, вот так выглядит территория. Зеленая часть наша. Зеленая часть территории. Ой, ну закат это изумительно красиво.